майку как спиннинг от компании Fish Season с тестом 2,7 и в росте 1,8 метра. Это ультралайт, который я хочу сегодня протестировать на этом водоеме, в котором рыбка может быть очень разная, и поэтому я хочу посмотреть, как этот бланк работает в разных нагрузках. Здесь обычный тубулярный хлыст, ручка разнесенка, облегченная, укороченная, гайка сзади катушки. Провитание усим, начинаем вудить рыбу. Не знаю, как выдержит ли этот спиннинг, если серьезное что-то будет. Будем его ломать. Значит, не очень спиннинг, если не выдержит сегодняшнюю рыбалку. Бросает очень хорошо, пружинисто. Бланк довольно-таки упругий, немного злой на свой тест. Фария от Роуд, Ария, лепесток заводится сразу и передает вибрацию хорошо на бланк. Таким образом, сразу же здоровается со спиннингистом блесна. Неудобно бросать против солнца, но как раз таки для рыбы удобно, ей более-менее все видно. Когда солнце сзади, вот уже была поклевочка, где он там идет или не идет сзади. Но, до последнего буду вести. Еще раз туда. Что-то такое робкое, окуневое. Опа! И есть! И долгожданная песня рикциона у нас работает. Смотрите, как загружается бланк. Всего лишь даже 1/3. Ну и окунек, конечно, небольшой, но 1/3. Ой, так у нас тут вон какая малышка. Надо ее отпускать. Вот хорошо как. Как хорошо. Опять будем сейчас. Но пока такую рыбу, это, конечно, не серьезно для, даже для ультралайта. Поддергивать будем лепесток. Сбивать его работу. Вот туда. Посмотрим, под ногами товарища есть там рыба? Тихо ли он себя ведет на рыбалке? А теперь воблерок погоняю. Вот и ультралайтик. Даже чувствуется, продергивает воблерок. Такую блесенку попробуем Димова Ревончика. Хорошо маленькую шпуляет вообще. И проводка медленно идет. Опа! Сразу же и поклевка. Ты посмотри, как он растопыривается. И за глаз хватило, за все. Вот такая маленькая вертушечка Димы Варебончика. Уже взяла здесь неплохого окуня. Хорошо заводится.
А вот она и долгожданная поклевочка в руку. Вот пусть теперь ультралайтик наш напрягается. О, тут у нас щупачок такой. Но этот незачетный, конечно. Этот мы тоже отпустим. Но позарился на блесенку. Вот. На-на-на-на-на. Скользкая. Хочется поменьше ее придавливать. Блесенка туда. Щучка у нас на волю. Опа. Ну-ну-ну. И мне же под ноги и пошла. Вот как я приманиваю рыбку с собой. Постоянно ко мне она. Есть у нас на ультралайтик. Или окунь идет, или щучка. Малышка. Ну вот. Это сегодняшний день. Вперед. Оп. Как всегда, для разнообразия пару-тройку раз бросаю приготовленным заранее спиннингом с тестом побольше. Но, как вы сейчас убедитесь, сегодня не его день. Есть. Все, ушла. Ух ты. А вот теперь у нас что-то уже посерьезнее. Вот теперь пускай посопротивляется спиннинг. Поработает. Для чего его и взяли. Вот так. Давай, давай. Ну, мы его под сальником. Небольшая, но зачетная. Для ультралайта пойдет. Что-то у нас пыталось клюнуть. Дадим туда еще. Опа! Вот она. Вот она, красавица. На-на-на-на-на-на-на. И так отпустим, я думаю. Но она заглотила, придется тут поработать серьезно с таким заглотом. Ну что, пора и джерковый спиннинг пару раз бросить.
большую приманку брать не хочет. А что скажет нам ультралайт Fish Susan? Опа! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, не подцепилась. Все, тут покидаем. Где она здесь? Вот она, вот она. Ультралайт нам сегодня говорит, что его день. Ага, эту я не возьму. Не возьму без подсака, я думаю. Хотя небольшая, но... Опа, небольшая. Но это же ультралайт. Надо беречь тонкую снасть. Все-таки ультралайт сегодня рулит. А крупные приманочки молчат. Опа! Вот это уже тоже что-то есть. Ну, небольшая, но приятно. Бланк работает. Если бы он был мягким. Ах ты, какая маленькая. Он бы от самой ручки бы гнулся. А так он гнется на примерно 1/3 половину спиннинга. Видите? Вот он держит рыбку даже. Хоть подымать ультралайтом не рекомендую. Ни сам, ни другим. Ни себе, ни другим. Так, это у нас на отпуск. В отпуск пойдет это сейчас. Так, иди в отпуск, подружка. Опа, на прощание махнула хвостом. Ну что ж, продолжаем. Ультралайтиком, раз не хочет брать крупный силикон. Вот он, ультралайтик сегодня. Говорит, я здесь хозяин. Хоть и маленькие поклевочки, таких небольших экземпляров, но вот они, сегодняшние лидеры. Сирота. Мамок не хочет позвать. Это хорошо. Закончик. Вперед. Лучше бы это был окунек. А, где ж? О! Отлично.
мешок. Хорошо, накаркал. Еще один окушок. Это хорошо. Ух ты, такой идет. Аж бланк изгибается весь. Что там у нас такое уже? Хорошая идет. Надо подготовиться. Конечно. Слабину не дать. Он не уходит. Ну, ультралайт. Молодец. Ну, может, небольшая щучка, но килошка. И ложка есть. Но нисколько он даже никакого ни треска, ничего держал и держал, как положено. Да у нас тут карбач солидный. Вау, вот какой. Это все на ультралайт. И на тайгер вертушку. Пантон 21. Охренеть. Ультралайт сегодня просто геракл какой-то. Там идет либо окунек, либо небольшая щучка. Скорее щучка. Да, не прекрасно все. Неплохой экземплярчик. Неплохой. Может сойти. Такая гирляндочка у нас сегодня есть. Ой-ой-ой, руку вывернет. Вот же жди, а? Вот же жди. Столько шел. И прямо... Почти у ног взял. Прям... Ничего себе. Придется поработать. К сожалению, друзья, в самый неподходящий момент пришлось менять аккумулятор. Наша красавица. Какая он. Посмотрите. Вот. Это
Дорогие друзья, считаю, что на положительной ноте заканчиваю сегодняшнюю рыбалку. Героем сегодняшнего дня у меня был вот этот вот спиннинг от компании Fish Susan. В тесте, напоминаю, 2-7 грамм, в росте 1,80 м. Называется он Aria Trout. Aria, мне так проще читать, Aria или Aria. Так вот, я хотел сегодня этот спиннинг протестировать, максимально нагрузки какие-то ему дать. Оказалось так, что он мне сегодня сделал всю рыбалку. У меня было в запасе вот еще пару спиннингов, но в основном и спиннинги, и эти приманки сегодня отдыхали. К радости или к сожалению, но тест этот спиннинг прошел по полной. И к финишу, как вы видели, он мне преподнес вот такой вот бонус. Вот. Сейчас мы с ней сфоткаемся. Не будем так вот руки вытаскивать, как будто она там слишком большая. Я думаю, что около двушки примерно она где-то есть. Вот. Но это еще не все. Здесь у меня еще... Я же не знал, что поймаю эту крупненькую. И вот наловил за целый день вот эту вот вязанку. Здесь тоже хорошие экземпляры и окуни. И это в основном что-то я поймал и на другие спиннинги. Но в основном я поймал на этот спиннинг. И самое интересное, что я сегодня получил столько поклевок. Неожиданно. Я, может, 20, может, 30 вот таких вот ножиков, шнурков. Я их просто отпускал. К сожалению, там, наверное, штучки 3 погибло, потому что зацепилось за жабры. Но ничего не поделаешь. Так бывает. Поэтому рыбалка сегодня удалась. Всем рекомендую очень интересный спиннинг от компании Fish Susan. Ищите в интернете, дам ссылку на этот спиннинг. Всех благ, до побачення. Сергей Городов.